Большое турецкое спасибо. Анкара поблагодарила Москву за полную и безоговорочную поддержку во время попытки государственного переворота в стране. За все правительство высказался глава МИДа Мевлют Чавушоглу. Министр еще раз анонсировал предстоящую встречу президентов Турции и России. По словам Чавушоглу, Реджеп Эрдоган и Владимир Путин смогут побеседовать лично уже в августе и обсудить окончательное восстановление двусторонних отношений. Между тем, в Турции продолжаются чистки после неудачного военного мятежа. На этот раз взялись за послов, которые представляют республику за рубежом. Часть из них своей работы лишится. Мевлют Чавушоглу уверен, что некоторые дипломаты получили должность благодаря протекции от сторонников Фетхуллаха Гюлена. Именно этого оппозиционного проповедника, который живет в США и обвиняет в организации путча. Военные попытались захватить власть в Турции в ночь с 15 на 16 июля. Бунт удалось быстро подавить, и на скамье подсудимых теперь более 9 тысяч человек.